Hello, друзья, с вами Степро, и сегодня я покажу вам, как летать в Президи в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, для этого вам понадобится, во-первых, создать обычный мир, и вам понадобится любой ваш персонаж, после чего просто взлетаем вверх, как можно дальше, ну, советую реально далеко взлетать, после чего просто-напросто опускаете, точнее, выключаете режим полета и быстро приседаете, после чего опять включаете режим полета, немного держите и выходите в режим, так сказать, меню, после чего, как видите, наш присед сохраняется в полете. И таким методом вы можете подниматься, опускаться, летать влево-право, вперед и назад. Да, и довольно прикольно. Но если честно, не зачем. Я не знаю, зачем вы это будете использовать, но это можно, по идее, использовать для фильмов, то есть для трейлеров каких-то миров или модов. Вот так медленно летать и снимать просто-напросто обзоры. Что ж, давайте я вам еще раз покажу, как это работает. Взлетаем. Взлетаем, взлетаем. Подальше опускаем и быстро нажимаем, после чего опять же быстро выходим в меню. Ну, можно сказать, я делаю это уже несколько раз, поэтому лучше все равно делать это на далеком расстоянии. То есть, если вы будете делать близко, маловероятно, что у вас это получится. Ну, сейчас, как видите, у меня получилось. Но, опять же, я опять же говорю, что это может не получиться, поэтому лучше летать очень далеко. Ну и что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.